Последние штрихи, и в кафе «Лагуна» все готово к приему посетителей. Каждое утро у предпринимателя Ирины Лоскутовой неизменно начинается с хлопот. Однако ежедневные заботы приносят только удовольствие от того, что все налажено и идет своим чередом. Руководитель вспоминает, как было трудно 10 лет назад, когда предприятие только создавалось. Это было очень тяжело в том плане, что мы, когда открывались, допустим, нам говорили одни гарантии, дал «Магнит», мы же в аренде, нам гарантии дал «Магнит» одни, а в результате, когда мы открылись, у нас получилось совсем по-другому. Поэтому первое время, конечно, было очень тяжело, материально очень было тяжело, потом в том плане, что нужно было найти своих клиентов. «Конечно, трудности есть и сейчас, — говорит Ирина, — но мы не сдаем позиций. Каждый раз стараемся придумать и внедрить что-то новое. Наверное, поэтому постепенно, но верно, бизнес развивается. А это значит, появляются новые рабочие места. 6 человек штат увеличился до 20. Есть вакансии для людей с ограниченными возможностями». Когда открылся кондитерский цех, было налажено сотрудничество с коллегами-предпринимателями, организациями и учреждениями, куда поставлялась продукция. Затем возникла необходимость построить павильон для ее реализации. Разнообразие ассортимента, полуфабрикатов, выпечки, салатов. Одним словом, покупатели довольны. Хорошая, доброкачественная домашняя продукция. Мы иногда пользуемся услугами этого павильончика. Все они вкусно готовят. Спасибо им. Не отказались и от предложения открыть буфет в доме для престарелых инвалидов, сделав в помещении косметический ремонт. Доход от продаж небольшой, но больше радует настроение жильцов интерната, которые пользуются услугами. Их отзывы не только красиво, но и вкусно. Девочки очень хорошо работают, выпечка очень довольны все. Конечно, тонкое коммерческое чутье и деловые качества значит много, но когда от любимой работы чувствуется удовлетворение, в глазах сразу загорается огонек. Надо сказать, что профессия Ирины – технолог пищевой промышленности, поэтому она нашла свое призвание. Мне вот как-то было приятно, когда пищевой, да, когда вот накормишь людей, они говорят слова благодарности, ну вот это очень радует, конечно. Несомненно, быть на плаву предпринимателю Лоскутовой помогают услуги бизнес-инкубатора. На его семинарах проводятся консультации по развитию и улучшению своего дела. Здесь можно узнать все новшества и обсудить проблемные вопросы. Предприниматель Ирина Лоскутова активно участвует в общественной жизни города. Фестивали, ярмарки, выставки и даже мероприятия по ЧС. Силы времени находятся на все. А все потому, считает бизнесвумен, что у нее большая поддержка со стороны семьи и коллектива. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».